Много лет наш дом двухэтажный, самый холодный. А ведь несколько лет назад в доме, где проживает Татьяна Болдырева, провели капитальный ремонт системы отопления. Жильцы надеялись, что тепло наконец придет, но ожидания не оправдались. Так же холодно, даже еще холоднее стало. Вот 16 градусов, у кого 14. Ходим одетые, в валенках, можно сказать. Обогреватели включены круглосуточно. Платим за отопление, как будто у нас 25 градусов. Замерзающий дом попал в СМИ. Следственный комитет начал проверку. Предварительно установлено, что 2 года назад за счет средств фонда капитального ремонта Алтайского края проводился капитальный ремонт системы тепло- и водоснабжения многоквартирного дома. Однако температурный режим в квартирах жителей распределен неравномерно. Мы в том числе сформировали общие обращения в надзорные и контролирующие органы в отношении, в принципе, подходов, связанных со своевременностью, порядком компенсации, с нормативным обеспечением теплом и вообще с обоснованностью установки тарифа. Следователи проверят работу должностных лиц по проведению капремонта. А мы в ближайшее время планируем командировку в холодный дом и держим проблему на контроле. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком.